11 августа 2023 год. Приехали вот в лес. После дождя вчера дождичек прошел ночью. Посмотрим грибочки. Вот туда сильный большой. Муравейники продолжают расти. Раз, два, три, четыре. Там пятый. Грибов практически нет. Нашел только один подосиновик. Прошел по местам, где белые росли. Тоже ни одного гриба нет. В лесу так влажненько. Почва сыроватая. Такие лисички сухие растут. И пускай растут. Хоть и дождик прошел вчерашней ночью. Такой сильный, хороший. Поливала. Грибов нет. Значит, рано я приехал. Сейчас посмотрим подосиновики. Вот такой вот подосиновик. Червивый. Кроме лисичек в этом лесу ничего больше не растет. Так что придется набрать лисичек на жареху с картошкой. Что зря в лес приехали. Вот сейчас лисичек соберем. Подосиновики уже переростыши, червивые, ножку возьмем. Подосиновики, один большой, старый. Это хороший. Берем. Подосиновик. Ножку возьмем. Еще куча лисичек. Все желтое. Вон поляна какая. Вон лисички. Ух, как много. Вот поляна.
Ну, жареху я тут наберу сейчас. Вон еще там поляна. 4 поляны. И килограмм как минимум наберу. Ну вот, с полкилограммчика набрал на жареху. Мне и хватит. А их тут растет. Вон поляна. Вот. Вот тут растет. Вон все желтое. Тут можно еще собрать. Вон полянка. Еще можно килограмм 2 нарезать с него. Ну ладно. Нам хватит. Поехали домой жарить картошку с лисичками. Поедем теперь через неделю. Не раньше.